Здравствуйте, друзья! И в этом видео хочу вам показать небольшую доработку модели ГАЗ-53 цистерна «Живая рыба», которая выходила в журнальной серии «Автомобиль на службе». Мне очень нравится эта модель, и это, можно сказать, одна из удачных моделей, которая выходила в журнальной серии. У нее более правильные пропорции и более правильная геометрия кабина, чем у конкурентов. Например, такие модели выпускает производитель «Наш Автопром». И, конечно же, их качество немножко ниже, чем качество данной модели. Первым делом, что я хотел изменить в данной модели, это поменять колеса. Потому что изначально у модели были колеса низкого качества, как видите. Сам диск выполнен довольно примитивно. И, конечно же, самый большой минус – это неправильная покрышка. Эти покрышки взяты с КАМАЗа самосвала, который также выходил в журнальной серии. И покрышка должна соответствовать покрышке EN142B с типом протектора «Волна». Но если сравнить даже данную покрышку с КАМАЗовской покрышкой, то это, можно сказать, покрышка по мотивам. У нее немножко другой протектор, не соответствующий оригинальному прототипу. И, конечно же, сама покрышка не должна быть такой у ГАЗов. Задние диски тоже, видите, довольно примитивные. И что самое интересное, то что запасное колесо имеет вообще другой диск, не похожий на остальные. Видите, он более утопленный, и таких дисков, я не знаю, я не встречал на настоящих автомобилях. Поэтому было принято решение заменить данные покрышки. И изначально я хотел купить просто резину. Если вы захотите купить просто резину без дисков, то вы не сможете установить на те колесные диски, которые изначально установлены на грузовике. Потому что, видите, помимо того, что здесь есть фиксирующие выступы, то сама покрышка на задней части тоже имеет небольшой бортик. На этих покрышках этого бортика нету, поэтому вы не сможете ее установить на эти колесные диски. Единственный вариант – это купить комплект колесные диски и резина к ним. И как видите, вид модели сразу преобразился. Модель стала более правдоподобной. Резина очень высокого качества, как и все изделия от производителя Maestro Models. Есть полная заводская маркировка. Видите, такая зубастая шашка. Вот именно с такими покрышками я помню данные грузовики. Еще что я сделал, это изменил колею автомобиля. Сделал ее в соответствии с оригинальным прототипом. И чтобы заменить данные покрышки, вам необходимо снять цистерну. Цистерна приклеена к раме. Я ее аккуратно отсоединил, пока не приклеил, потому что эта модель также будет дорабатываться. И, как видите, на днище цистерны есть отверстия, а на раме есть пазики. И они входят в эти отверстия. Но так как китайские производители любят добавлять клей, видите, у меня несколько штырьков сломалось, то на вашей модели тоже может быть сам резервуар вклеен. Поэтому при демонтаже будьте предельно осторожны. Заднее колесо вклеено к кабине, и что мне не понравилось, это то, что на кабине есть отверстие. Видите, для закрепления запасного колеса, видите, задняя часть колеса вставляется в кабину. Конечно, это не самый лучший вариант. Можно было просто поставить покрышку, и она никуда не денется, потому что она фиксируется в защитном кожухе. В принципе, когда цистерна установлена на грузовике, это незаметно, но если вы будете делать конверсию, допустим, сделаете бортовой кузов, то, конечно же, это будет бросаться в глаза. Надо будет заделывать отверстие и перекрашивать кабину. И данный комплект обошелся мне в 350 рублей. И, как видите, на таких колесах и колесных дисках вид модели намного преображается. Для сравнения могу вам поставить те колеса, которые были на модели изначально. Видите, они неправильного размера, неправильный рисунок, и модель с такими колесами больше похожа на игрушку. И данный ГАЗ я буду в дальнейшем дорабатывать. Поставлю правильные фары, правильные задние фонари. Также раскрашу выхлопную систему, добавлю топливный бак. Возможно, сделаю из данного газа автомобиль с газодизельным двигателем, сделаю ГБО.
и получится вполне конкурентоспособная модель. Спасибо за внимание, это был обзор небольшой доработки модели ГАЗ-53, и увидимся в следующем видео.